приборы. Завивка волос – занятие довольно хлопотное, особенно для девушек, которые редко укладывают прическу пышными волнами или мелкими спиральками. Процесс превращения прямых прядей в шикарные локоны требует аккуратности, терпения, времени и сноровки. Нередко красавицам, мечтающим о кудрях, приходится чем-то жертвовать, спать на бигуди или создавать прическу в авральном режиме в ущерб качеству. В этом отношении приборы для завивки волос имеют несомненные преимущества перед остальными способами укладки. Стайлеры, плойки и утюжки подкручивают кончики пряди или челку за несколько минут. Для создания кудрей по всей длине понадобится больше времени. Но если пользоваться одним и тем же алгоритмом завивки, можно довести технику накрутки до совершенства. Бонусом станут драгоценные минуты, сэкономленные на привычных отработанных движениях. Конечно, это не значит, что при помощи стайлера, фена или плойки получится создавать только один вид укладки. Приборы для завивки волос формируют разнообразные кудри, мелкие, крупные, пышные, элегантные, задорные, на любой вкус и по любым поводам. Для этого инструмент должен быть укомплектован насадками, иметь определенные параметры рабочих поверхностей. Главным недостатком электрических устройств для завивки волос считается их вредное воздействие на структуру локонов. Влияние высокой температуры не проходит бесследно, пряди повреждаются, становятся слабее, могут ломаться, расслаиваться на кончиках. В основном весь негатив связан с двумя главными причинами: покупкой некачественного инструмента и неправильным его использованием. В том числе, слишком часто. Мы поможем вам выбрать качественный прибор для завивки волос и научим вас делать с его помощью красивые кудри. Узнайте, как можно снизить риск повреждения прядей и создать разноплановые прически одним и тем же инструментом. Утюжок – инструмент, предназначенный для выпрямления прядей, станет отличным помощником и для их накручивания. Правда, эту особенность нужно учесть еще перед покупкой. Если собираетесь завивать волосы утюжком, покупайте прибор с узкими пластинами, до 3 см. Желательно, чтобы они были закругленными по краям. Так вы сможете создать аккуратные локоны без заломов. Дополнительные насадки станут отличным подспорьем при моделировании кудряшек разных форм. Для завивки волос от случая к случаю подойдет недорогие утюжки. Собираясь делать регулярную укладку волнами, обратите внимание на профессиональные приборы. Они имеют качественное покрытие, регулятор температуры, функцию ионизации и другие полезные опции, которые уберегут волосы от перегрева и повреждений. Прелесть утюжков в том, что они сформируют кудри на волосах любой длины. Обладательницы каре смогут покрасоваться пляжными волнами или спиральными локонами, а также придадут прическе дополнительный объем. Чем толще накручиваемые пряди, тем более естественной будет казаться укладка. Завить утюжком получится даже волосы, длина которых не превышает 10 см. Когда локоны спускаются ниже середины спины или хотя бы достают до лопаток, вариантов их накручивания становится гораздо больше. Ретро-волны, голливудские кудри, спиральки, жгутики или другие виды завитков помогут за каких-нибудь полчаса изменить прическу, а вместе с ней и весь образ. Если вашим локонам не хватает объема, для вьющейся укладки пригодится утюжок небольшого диаметра. Собираясь завивать тонкие, ослабленные или окрашенные волосы, выбирайте прибор, который нагревается не более чем до 150 градусов. Но подвергать воздействию горячей температуры очень поврежденные локоны нельзя. Следует сначала подлечить их. Мы подробно изложили эти и другие особенности правильного использования утюжков, не забыв о мерах предосторожности. Пошаговое описание различных способов завивки волос любой длины помогут вам выбрать красивую укладку для праздника или на каждый день. Плойка. Универсальность этого приспособления позволяет использовать его для завивки локонов разной длины. При помощи плойки вам удастся сделать красивые волны или мелкие завитки на каре, элегантную греческую или ретро-прическу на прядях. Средней длины, шикарные голливудские или гофрированные локоны на шевелюре, которая спускается ниже середины спины. Чтобы кудряшки лучше держались, необходимо применять стайлинговые средства. Оградить волосы от влияния горячего инструмента помогут термозащитные препараты. Современная плойка – это уже не только узкий цилиндр, на который накручивают пряди разной толщины и получают широкие или узкие локоны. Сейчас производители приборов для завивки выпускают устройства разных форм и диаметров. Спиральные инструменты формируют аккуратные вертикальные кудри от корней.
Конусные создают естественные завитки, плавно сужающиеся кончиком. При помощи гофри можно делать на волосах мелкие складки, а треугольной насадкой – кудри необычной формы с острыми углами. Если хочется заполучить роскошные зигзагообразные волны, пригодится инструмент с двумя рабочими поверхностями – двойная плойка. Тройная создаст изящные ретро-локоны. Фен-плойка, которая сочетает расческу, брошинку, нагревательный элемент, одновременно высушит волосы и придаст им дополнительный объем. Минимальных усилий требует автоматический инструмент. Такое приспособление имеет вращающуюся основу, которая самостоятельно накручивает прядь и подогревает ее до нужной температуры. Часто плойки идут в наборе с разными насадками, которые расширяют возможности завивки волос любыми способами. Выбрать инструмент нужного диаметра и комплектации не проблема. Но не стоит забывать и о других, не менее важных критериях. Материал рабочих поверхностей, пожалуй, основной параметр в этом ряду. Мы расскажем, почему желательно приобретать плойку с керамическим, турмалиновым или титановым покрытием, а также как правильно использовать прибор для завивки шевелюры и создания разных укладок. Последний комментарий.